Ну что, пришли с Коляном сегодня на дискач 80-й. Пробный вариант. Оторвемся, посмотрим. Тут даже, вот смотрите, интересно, периодическая таблица коктейлей. Тут вот есть такой вот коктейль BMW, 80 гривен. Но обязательно надо попробовать, что это такое, с чем его пьют, едят, танцуют, с чем его. Ну, посмотрим, что, посидим, видим, потанцуем, почувствуем, что это такое. Вилла крокодила. Что здесь еще есть? Вот это вилла крокодила. С самого начала мы самые первые, потому что мы здесь еще ни разу не были. Места заняли самые такие козырные, чтобы всех видно было сразу с входа. Так что ждем. Ждем народ, когда будет собран для разврата. Не груби бармену, только он знает, что в темном напитке. Что в твоем напитке. Так, ну что тут еще есть? Не, ну, настоящий профессионал своего дела, поэтому не выпендривайтесь, а просто доверьтесь бармену. И вон блинчики. О, блинчики? Блинчики, да. Блинчики и самбуки — это самое то. Вилла крокодила. Вот так вот здесь все красиво. Ну, внутри так нравится. Так своеобразно, так все. Будем смотреть, когда тут все зажжется. Там танцпол заиграет. Будет клево. Будем ждать. Потанцуем. Ребята сцену готовят. С выступлениями, с танцами тоже придет группа какая-то. Будем смотреть, ждать. Будет интересно. Ждем. Скоро в этом заведении будет трибьют Квинов, трибьют AC/DC в октябре, 16 октября. Также здесь приезжала с концертами Онука. Ну, скажем так, заведение такое нашумевшее в этом городе, интересное. Вот и мы посетили его тоже. Посмотрим.